Не платишь алименты, отдавай водительские права. Так предполагают бороться со злостными должниками. Закон Госдума уже приняла в 3 чтениях. Сегодня данный закон рассматривает Совет Федерации. По стране около 37% алиментщиков имеют водительские права. Должники могут расстаться с правами на любой вид транспорта – автомобиль, квадроцикл, яхта, самолет. Машину оставят лишь в одном случае, если алиментщик зарабатывает транспортом на жизнь. В Северодвинске на данный момент заведено более 1500 производств. Лишение водительских прав как мера наказания в городе пока не применяется. Производится арест имущества, привлечение к административной и уголовной ответственности и ограничение на выезд из страны. Это еще одна мера принудительного характера, которая дает возможность взыскать задолженность по алиментам. За 2015 год к административной ответственности около 77 должников. По статье 157 Уголовного кодекса за 2015 год привлечены 111 человек. Должники не будут лишены водительских прав, если долг составит меньше 10 тысяч рублей. Напомним, злостных алиментщиков в Северодвинске около 200 человек, причем 40% из них – женщины.